что ты меня сегодня потянул на философию и захотелось поделиться с вами моими размышлениями и услышать ваши ответы в комментариях. Я вот сегодня, знаете, о чем подумала? О том, что когда всем доволен в жизни, то приходят еще какие-то новые интересные события, люди в жизнь. Даже тогда, когда ты этого абсолютно не ждешь. Вот. И наоборот, если постоянно чем-то недоволен, постоянно чего-то не хватает, хорошей работы, хороших отношений, там хорошей личной жизни, то оно, как правило, не появляется до тех пор, пока не войдешь в то состояние, когда действительно все в жизни устраивает. Вот когда это состояние появляется, тогда появляется и новые отношения, новая работа. Ну, то бишь, чтобы получить что-то хорошее, нужно радоваться тому, что имеешь здесь и сейчас. А что думаете вы по этому поводу? Мне интересно услышать ваше мнение в комментариях. И вообще, интересна ли вам тематика философствования за жизнь? Буду рада вашим ответам. Всех целую, всем пока!